документов для предпринимателей. Но все, что вы сказали, это является основой того, чтобы тот бизнес, комфорт и климат, который необходим для всех предпринимателей, малый и средний бизнес, физлица, им нужна доступность, прозрачность, понятность и убрать формальные преграды для того, чтобы они реализовывали свою политику. На сегодняшний день Украина занимает 124 место в мире по индексу экономических свобод. Экономические свободы являются основой развития экономики, предпринимательства и так далее. Без экономических свобод не будет экономики, не будет налогов, не будет достойного уровня жизни людей. И именно ЦНАПы являются одной из частью, небольшой частью, но существенной частью создания комфортного климата для развития бизнеса и, соответственно, для развития всей территории в целом. Спасибо. Игорь.